Президент поздравил командование, личный состав и ветеранов органов пограничной службы с профессиональным днем. Его отмечают в Беларуси ежегодно 28 мая. Александр Лукашенко подчеркнул, белорусские пограничники – настоящие патриоты. Глава государства пожелал им крепкого здоровья, счастья и благополучия. В стране снижается число госпитализаций с COVID-19. Об этом сообщил глава Минздрава Дмитрий Пеневич. По его словам, уже месяц наблюдается стабилизация заболеваемости, а в течение последней недели легкое снижение по некоторым регионам. Как заявляют специалисты, это связано с сезонным фактором, а также вакцинацией. В Беларуси проходит единый день безопасности дорожного движения. Профилактика детского травматизма – вопрос важный. Только за 4 месяца на территории Могилевской области произошло 12 аварий с участием несовершеннолетних. Пострадали 14 ребят. Белавия вынуждена отменять рейсы в Таллин. Решение принято в связи с запретом на выполнение полетов от авиационных властей Эстонии. Компания приносит свои извинения пассажирам и напоминает, в течение года со дня покупки билетов их можно вернуть без штрафа или обменять на другую дату. В Беларуси в 2020-м благодаря ЭКО родила почти 1000 женщин. Напомним, одна попытка предоставляется парам бесплатно. Наша республика занимает 25-ю позицию в рейтинге самых комфортных для материнства государств. Входит в 50 лучших стран по ведению беременности и организации родов квалифицированным медперсоналом.